Всем привет! И сегодня неделя учеба третья, среда сегодня. И я посмотрела, что мы набрали 400 подписчиков. Я очень рада, не ожидала, что я наберу так много подписчиков. И буду стараться, чтобы еще было больше подписчиков. Всем спасибо! Мы с мамой завтракали в кафе, вот такой вот кофе и пирожное. По дороге взяла с собой вот такой вот капучино кофе. Иду домой после уроков, очень устала, много уроков было. Теперь нужно делать домашнюю работу, как всегда. Открываю планер и пишу уроки, что мне нужно делать. На сегодня задали немного домашних заданий, из-за этого захотелось рисовать. Если вы обратили внимание, я много видео поставила в YouTube, как я рисовала. Я люблю принципы рисовать. У меня есть книга, в котором тут написано про художество. Хотите, остановите видео и прочитайте. Вот. Эту книгу до сих пор я не закончила. Нужно закончить эту книгу, прочитать. Вот такие вот у меня красивые рисунки. Напишите комментарий, какой ваш любимый хобби. Например, мой любимый хобби – рисование. Не знаю, у меня интерес с детства рисовать. Я люблю очень рисовать с детства. Давайте сейчас нарисую мишку какую-то милашечную с цветочком.
Все, я уже сделала домашнюю работу, потому что задавали мало. И все, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся завтра, в четверг. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ждите новый ролик. Всем пока-пока.